Бурыт, Кычик Пыртаякада, Тевичет Анталан программа, студия Павел Королев. Конституция высна голосует МЭШТЭС. Талун Республикаса избирком кывкарталы стая ужлыш муна ноксы. Медводжин емден, койгор далуздор, тачес олыщас мечайона вочмаш чесны. Квайтымен процент олыщас волысна голосуетны, бырын вою сакарьяс, Воркута, Ущинск, Инта. Рыту вою кычын комилен шыркодь лютпас. Артмем и конституция вешчем яс высна голосуетесны квайтымен квайт процент. А паны цутысны комынёль процент олыщас. Сама процедура вот этого семидневного голосования позволила избежать скопления граждан единовременно в помещениях для голосования. Все это распределилось равномерно по всем семи дням. Вот действительно у нас распределение равномерное. Вот нельзя сказать, что у нас есть какие-то скачки. Да, последний день 10%, но это ожидаемо, потому что для многих граждан все-таки голосовать в единый день или в один день – это привычка. Голосует на вермесный вещик и коронавирус анвищищ яс. Польни часы налы пачка лесны барыщан участок яс. Колопас яны, того голосует там барыща виджадес вывтуна наблюдатель. Пырачи лесны став ютыр, да общественный котыр ящань. В участковых избирательных комиссиях работают люди, которые имеют другую работу, да. И когда мы изначально планировали начинать кампанию и работать с 16 часов до 20, да, и буквально за сутки до этого изменили график работы, вот это была, наверное, самая большая сложность – найти вообще людей, которые смогут 25 числа в 8 часов открыть помещение для голосования и начать выдавать избирательные бюллетени. Ну, бюллетени для голосования. Кому-то пришлось уйти в отпуск, кому-то отпроситься. Но это очень сложно, действительно. Вот это недельное голосование при условии того, что люди работают, да, это не такая простая вещь. Та я голосую там слой сбор репетиция. Каджикола стався ну одне вирус пашка ланкаде. Откуда кто лишь мышкинин комин, куда с набырьен Юралыч, да канал Ансовета депутат ясас. Каджитыдов, че с конституция вершем я спирта могыш, голосуй там и меча йона, водьма с честный щик цавойтыр. Тадыр и езес эспад мэт гордор сауч, а от откымынен бош честный нинтурун пуктыны. Кыджитадри ащины с голоса, щетесны сыктыв дын район са щёшкайн олыщ яс. Тыдмалыс Елена Кононова. Гора Юрга Шиланков да шарья с КПДН Йозыщеру. Щиктясли быт голос уйтем быт сагаж. Сымын тапыр ещёшка соборища, но часто к набы пыш пирог яс. Эпидемиологический щерпас весна пылос поч. Голощетны локтыны вуч асывщань. Жирье пыриган ставны савичище турья процедура. 36,1. Маска. Щёшкаса олыш Михаил Кузьминшуа голосуйте бур олым весна. Кытнин нук ясли. Конституция пуртым вешим я сил еще наведя телевизор пыр. Тачым пылом торкольны некуджи оспоч. Выбор я сулад не регулярно был, а не корок пропускать. А талон был и мы, вот так, коим кумунал витер, кайда длунин, да, как тыка кости, 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 ся, уджи стопада мы, как гордорен. Они буквально только учки-учки, кие тирала нам уся. Ся звонит лисны, обязательно уже, который он была. Ветеран я советен вечка лишь Емелия Кузьмина, та не зиля общественной виджедышен. Кия скута торья тетрадь. Кучу возьму чеш морд, пас я став се вычены борющан. Участок опырыш яс кола на ноган. Быт пунтулын, гижа мастыча. Да. Организация хорошая. Нормально все проходит, все по закону. Котыртыма уртса бура. Ставса вычены улан пазда санитарной нормы и ощерти. Торкалым яс мейк кажав. Мевиджа для икыч горта съезд с голосуйтены. Ставас муна бура. А та и мобильная бригада из Мыдачинадора, куда я сголосую тену гортанес. Та чем еще шкаен список чертищевых мы сморт. Он же кса уика пырыща с кучов тесненин июнь кужвите длуншень. Та не чертав се вычма безопасно член коромия черти. Сотупка са пакетин бюллетень, заявление, маска, перчатки, антибактериальная салфетка да ручка. Кирка никуда спыр. Антонина Федощеева, Вера Сыскет, паны дала на гоштья с ивлавин. Я считаю, что те поправки, которые внесены, Мелыдям и конституция кола важенен был и пыртный тачем вещемся. Мечки талон не нолым выльнога. Голосуй тан ног участковой бурещан комиссия анвечка лишь ошка. Июнь кыжвите длунчань, таны голыщет из кыкша морты шунджик, та еще шкалы маты джин олыщ. Меч чаю на водьмах чины версти яс, то мясо с комы ушедны. Голосуй тем водин таны еска чек да шорнитесны, конституция веши мяслен кулан лун елыщ. Всем тоже гражданам, которые к нам приходили, обращались, выдавались брошюры по изменениям конституцию.
Там несли код я своловил с ними яндором, и считавлем конституция, он вещи мяси лишь брошюра яс. Так инча администрация ноодис гагрва на удж юскет. Гагару шален юра гижет яс, та возначик ця став сетудены. А сам настан ее звали Эчана, но участок инзилища черти пурджик чикция слоктаны убиткады. Рыд нас став голосартовником масчаскамын. Цекий лоутуется, мы буресный щечка СС. Елена Кононова, Олег Юшков, Юрган, телеканал, Сыктывдин район. Комин, конституция вершия мя спырта могущ голосует, а муна сгырыш торкала мястег. Талыш мя анды вичталыс общественный контроль нуады штабын, кодас вочтесная республика са общественной палата бердын. 42 обращения на всю республику – это не так много. Нам удалось рассмотреть абсолютно каждое обращение, отработать это обращение. Результаты есть разные. Кто-то получил предупреждение, кому-то просто дали разъяснение. А по двум случаям были приняты решения экспертной группой. Это когда мы отозвали направление у двух наблюдателей, это город Сыктывкар и город Ухта. На сегодняшний день где-то, наверное, 20-25% это те обращения, которые как раз носят характер того, что недопонимание той или иной ситуации. Ютр язда общественная, который ящай наблюдатель, если считать на участок ясы, как шурсыч унжик направления. Та яку им пав унжик, да скак ямся двоща бырыщам яздорыщ, на явыле дон ялены, та ваша голосуйтамся. Есть наиболее, скажем так, интересные, видимо, для политических партий участки, где было заявлено до 12 наблюдателей. Ну, в целом по республике, в общем, не один наблюдатель, а несколько наблюдателей на каждый участок. На сегодняшний момент мы можем сказать, что зафиксировано нарушений серьезных нашими наблюдателями не было. Была такая нехорошая тенденция, когда общественный наблюдатель, первая инстанция, куда он шел жаловаться не в общественную палату. Mm-hmm. Да, то есть общественная палата тратила огромный ресурс для того, чтобы рассмотреть это обращение. Да, то есть шли в социальные сети жалобы, мы это все дело анализировали, это достаточно большое количество, объем информации. Шли на федеральный уровень какие-то жалобы. Самое интересное, что они нашли подтверждение. Общественная палата и вожжи, но до учца республика саолыща скэд. До кора шеочины пыщ линия телефон вэлэ. Голосуй там дырьяка тыдовчи с кучамка мычаэд. Мобильна котыр дащ туявны бычуэчэм. Тай голосуй там из вэлэ зэв аслы спэлэс, тыдчады на общественник яс. Эта дырья вэлэ унатор вэчэм, а мэдэм вичн республика саолыща с коронавирусыщ. Кыджи голосуйтэс на республика саолыщя с. Тай лыщ вожжам на сюжетын. Та же страна не корна из голосуйтлены. Буду часток в ланьёзе свочалыс на маска перчатки пащталэмэн. Коронавирус пыртыс аще свежче мяс в лькончке тут цевысна голосуйтэмэ. Пызан я султа десны уджит костэн, паспортки ищетны некод для эсков. Бюллетенин кипасачны колы за навестом кабинкаэн, медэмэ эсков мэсэс вырэдны киэн. Быдэн лишь меряйтэсны температура. Далее предоставляется возможность. Табарын езлы возъяны чушкавны киса антисептикен. Быден лишетес на перчатки, маска, ручка. А сейчас отачем специальный коврик тему нам бырын. Голосуйте шматыща участковой комиссия пырыща здоры. На дыра кодекус ящетны ащи с голоса гортыщ петавтек, бырыщан комиссия пырыща с волосны кошкюм ясын. Чужам тупкан экран ясен да маска перчаткиен. Аскады с бюллетень ясли печатя яшик. Потирая спырны, юзки пасащесны подъезден. Любой значок поставьте, да, куда да, хотите, да. Гортын голосуйте с ныная, коды полы слокны участок вылэ. Квайты мэн вид арэс и шверске джеквойтыр, да вермэте маяс. Сыч омаля аджища, скод я стыды сны брайль лишь азбука, вермы сны щетны ащины с голоса мукад езэн отцэктэг. Там могыщ Сыктывкарса омаля аджища сны библиотека, эн лыщ еды сны тор я трафарет яс. И далее происходит голосование таким образом. Незрячий человек может прочитать все, что здесь находится. Если он не знаком с вопросом или, например, хочет что-то, так сказать, освежить в памяти, и дальше поставить знак у любого из этих клеточек. Став барща щуща виджедесный сыр шуща на наблюдатель яс. Тава республика са общественная палата кырымалы щорничам комын эти общественный котыр, профсоюз да ютыркэд. Чыш и оппозиция пырычи щаскэд. Мы видим абсолютно
Мика жалем, ми зе у наморт, косхіші з дожеритни голосуйтемсе. Кикщур здас кикямсе двоун, ужалис кикямис, що нілямин наблюдатель. А таво, кикщурс, кикщо вєтимен нін. И буду часто квилин пукали с некимин морт, а откимин лен вещик да скикен. Шуам комин кокемесед участок ищ наблюдательли, направление сещеты с республикаса общественной палата. Коджи вищталене общественникяс, тадыр е участковой комиссия лен уджин на яй заджины некучем торкалем. Сиджи е участока волыща стот чедесны. Голосуйтем щерки некучем мучедезвыв. Од унатор вылывочема. Медым вичный регион са олыщасес, вылвищемыщ. Комілен кик войвив карен, воркута даушінськин, коневек не вив те, що коронавірус, голосуйте ген кучішісне, віще мішуйджан чорит правили асе. Маска перчатки разедем, температура міряйте, да жир яс бит час мишкалем. Надіжда бушенєва тидмалес, коді голосуйте сне воркутаєн олишяс. Конституция вешимя спирта могуч голосуй деган, коли свочно став самедым коронавирус эзраза в воде. Торянин сие карясын, конисия йонанин вуфтияща буря штавос на борищан участок ясын сечем азелисны. Медым голосуй тыщас да, комища пырыщас костын, эз вовны некучом етадес. Все, кто приходит к нам голосовать, граждане соблюдают полностью режим масочный. Голосует на воущий ослы, мечетам маска, перчатки. Возьям чишкавну киса антисептикан, тащерти никуча муча дабу. Ставны с гагарвоном и вещамыч быть коловичичным. Буду часто конпукалис общественный наблюдатель. Сие эссэм он видит медым голосует ему с муны с Олан Пасторковтыг, но и тоже дыши с медым ёз эз матыщины там и дорас вывтыйона. Чижим лунан не отишечем. Меряют температуру, то есть выдают и маски, если у кого-то нет. Мирайтыны температура, считаны маска, кодлана бу ним, кодь мы унан локтаны вещи к перчаткен. Ставы с бура пас ема, джордж вылын ема швижяс. Код черти пожас гагарвоны кытча колы мунны. Медым тадыри некод из вещи мы голосуют ама пыртисны кокнет яс. Сый четны ащет голоста пожис и гортыш петавтыг. И борищан участок яслан бригада эста черти ужалисны кывку таман. Патиранка ыжас эз воштыны, ная нышта волисны не унащоранджикнин. Мы звоним в дверь, вешаем пакет на ручку и отходим. Человек полностью сам заполняет, ставит галочку. Ветлан группа из вермисны волны джиг бит морд дора. Ми точка чим дальше дым бюллетень яс пакет ясы, ыджа свук влас. Тадыри голосует ишлан менка, некучам етад из вэв. Сулалым ыджит костын. Медым ищтая сбылищ оцалис. Медым тадыри некод из вишмы. Январь медводжалун кежла воркутаан вермис голосуйтны квайтымын кык, щурс, квайчо да сморт. Тая кабала щерти. Збулювала стая литпаса позже чинтыны кыкпав. Уна анкарыш мунисны, но прописка сколи свойвывса. Мукадыс мунисны шойчыны лунвула. Воркута и Инта формально численность избирателей там около 100 тысяч, если их просуммировать, да. Кабала щерти воркутан да и тан ола мата що щур сморт, но збульвлас оз вещик чукар мэджиньюс. Сичка вет тымын щурсы смуны скомиш, но колесны пропискасы. Тавысна голосуй тыщаслан лычерти тая карьясас, ми веку там кольчыны, а сичка и став войвылыс омыля голосуй тис. А сичка войвылын меча эча морт, волесны щетны ащус голос яссы. Участок яссы пыралыс, дас чижим щурсыш унжик морт. Ширкодя тая бырешиш яслан кычка кямыс процент. Тавла вичаттыг кызвын сетчас олышыс выла доньялысны рощи яса конституция вешем яс. Надежда Бушенева, Алексей Корчма, Кирилл Нифонтов, Юрган, телеканал Воркута. Инта приполярна агрохолдинг оступкыны. Республика усалас олмасли мынтэччэны уджьёзыщ. Тайлыш вичталас Владимир Уйба агрокомплекса Волыган. Республика Саюра алышлыш уджвачишлен инде черти. Регион соправительства лошуа макоршны предприятия лы кывкутыш инвесторас. Мы нышта аджилы свой укарыш Владимир Уйба. Тайлыш пачки джикаводжамуны сюжетын. Инта приполярный агрохолдинг вычи кырьяич продукция и вузалы. Неважен дуга чесны кольку вычимыч, табры нажатка ащины смата куем пып. И со таво оумыслан ужьезыс цемон бие щукрами скык миллион шайтманда. Мы сегодня недополучаем продукции, недополучаем прибыли на этом предприятии примерно в год на 70 миллионов рублей. Соответственно, каждый год предприятие скатывается в долги, вот, в кредиторскую задолженность. И, конечно, вот нужно сегодня, мы просто посмотрели программу оздоровления предприятия, и здесь тоже понятные инструменты, как это делать.
это либо просто продавать более дорого, за большую цену продукцию, облегчить и уменьшить расходы, себестоимость, куда входят в том числе и излишние люди, которых можно поставить через, на другие участки путем модернизации. Но здесь нужно понимать, что каждый человек, которого мы ставим на модернизацию, он пополняет безработных, да, и это тоже, в общем, надо... Тут экономическая идея хороша, но еще нужно не забывать о социальной направленности этого объекта. Поэтому совершенно точно, что мы будем сохранять это производство, это сельхозпредприятие. Почему? Потому что очень важно иметь качественную продукцию, и в том числе живое натуральное молоко, и продукты после мясопереработки, в том числе из оленины, которые действительно реально натуральные, очень вкусные и полезные. Интас отец, чижим дас вонин могмада бен уланкерка из да омасес. Талон тайджик эти шонтанен, коды щетты карлы шонуд, но вынес остырмы, тавы снапати райсен, тыв бодан кыджид. Ты плюс котр вызье вуджидны котельнесе бияруволы. Тай мыв пыспыртама интас сэвмадам планы, коды ын и рощуя сапрайтельствован видлалам вылын. Специалисты говорят о качестве угля. И уголь шел в Аркутинске, он не уголь, который изначально планировался под эти котлы. Соответственно, низкое сгорание его, в общем, низкое КПД использования этого угля привели к тому, что нашли другой разрез, кибастуз, ну, в общем, не ближний край. И это уголь получается более качественный и планируется более там больше КПД и получение тепла от этого угля, но сразу тариф подскакивает. Соответственно, мы не можем тариф переложить на плечи людей. Соответственно, нужно искать деньги для того, чтобы вот эту разницу, она приличная. То есть сегодня уголь стоит там из Воркуты 2400, а оттуда повезем за 3500. То есть вот эту разницу нужно покрывать. И, конечно, не за счет тарифа, а за счет того, что мы просто должны найти деньги. Интан острову на медикес, абулор, невролог, анестезиолог, реаниматолог. Карса поликлиника, аволы, кыщищем щур сморт. Хирургия, анвон, освоечен еще квайтам имплановый, да еще гагар экстренной операции. Но оборудование с йонанин ваш, да и жир ясен тыв нас вывтекучен. Овла дасвит градусыч, лычла температура с. У нас есть источник финансирования, как мы всегда говорим. Это программа, президентская программа по модернизации первичного звена здравоохранения. Единственное, что там, как обычно, денег предусмотрено не так много, как мы хотим. В целом нам надо на республику примерно 30 миллиардов. А сегодня, исходя из подушевого принципа финансирования, там 1,3 миллиарда на нас. Поэтому надо всего-то ничего выпросить у президента еще 27. Вот. Но это, в общем, абсолютно реально, потому что я все-таки буду говорить не о подушевом, а по объектовому принципу, и буду рассказывать о том количестве объектов, которые просто нужно, которые не терпят ни отлагательства. Минздрав вычислил индад пыртны интаса больничан ремонт, джонь вжалон объект яс выльмадан планы, да корчны пожалон маты сакаданин небны выль оборудование. Татьяна Супряткина, Юрган, телеканал Интан. Июль мы дедлон кежда комин эрдедесны ветемен мортас, кодлышаджесны коронавирус. Талит пасес ознин йонавирши быр якуем лунце, но тавла виджат литег, но штак кулыс куем морт, став насталит пасес одес комным куем мортач. Ухтан олыща скажалась на гущан котртем свалка, йокса шибла лемаш вещки да лыжан котралан туйдорен. Вы посмотрите у нас, как загрязняется среда. У нас же тут все уже, что творится. Здесь дети гуляют, здесь, господи, собаки. Та еще там отвелась устыщенная вещка для котр да регион соператор. Хотя шо они, мы та весна оскыв котны. Мы дьясыс ужалам подугдыв так. Мусор убирается, конечно же, не с такой периодичностью, как ежедневная уборка в поселках, но раз в неделю, два раза в неделю мы обязательно приезжаем и убираем. Избылищ. Контейнер ясыс остырлены, а лепыс чукармена дорен. Таче шиблавны строичан йог. Сесед олан пасчерки шиблавны бако оспож, а сычке кычейнавны. Вочаков ес абу.
Я как раз с гаража ехал, смотрю, стоит легковая машина, джип, прицеп, и здесь разгружает. Я еще думал, они что-то забирают, а то смотрю, они выкидывают. Я так понял, что где-то с каких-то предприятий, магазинов это все выкидывают. Но не может же любой хозяин выкидывать вот эти ящики. Это магазинные ящики, это ведра, это все магазины. Кывкутама кода скыскане, а буже гагарвана, откедис некода се скутне. Чекаджика тачем витчиштем чукар ясе, весалны комылы векже регионца операторлы. Нимала на маршрут, код вилын колем немща, ветименед укмысед воин, погибнитес Игорь Дятлов лен котер, йона радейтен турист яс, сечене пожавочене вещег машинаен. Неважен мен республика лен граница аздора, Свердловск облащань, уажик ясен волыс Екатеринбург ищ котер. Наймунусны бурадж Дятлов лен ордымед. В этом году изменилось все. В том числе и река Ушма, на которой мы сейчас находимся. Она настолько разлилась и настолько стала сильным течением, что сейчас будем думать, как ее преодолевать. Откумен еще ще коума мачетчевна машина щас, да келны шор яс. Августин корвай шор ясен ущас, котыркас я нышта очидыш купачевна перевал выла. Итал мы нам ставыс, кольче юрган вылен, и ста бурса.